Приветствую вас, дамы и господа. Сегодня, 16 февраля, в 11 МСК, стартует аукцион. Продлится он 7 дней. Каждый день будет новый лот. Правила аукциона стандартнейшие. Сначала у нас будет период, когда мы ставки ставим. Потом самые большие ставки заберут лоты и все. Минимальные одинаковые ставки. Если такие будут, то среди них выиграет тот, кто ставку сделал раньше. Ставку можно менять, можно удалять. Ресурсы на время, пока ставки ставятся, замораживают. В принципе, все как обычно, стандартный аукцион, без всяких приколов, без всяких там каких-то заморочек или новых примочек. Все стандартно. Единственное, что нестандартно, это то, что оповещений или новостей про аукцион не было вообще. А также неизвестно, что за 7 товаров нас ждут. Написано «высокоуровневые танки». Не факт, что они будут премиумные. Но понятно, что они будут высокоуровневые. 5 за серебро, 1 за свободку, 1 за золото. Мне, конечно, интересно, что там будет за золото. Это, наверное, что-то новенькое, интересненькое. Но это не точно. Ну и за серебро обычно один танчик, самый там бедолага хромой. А тут сразу аж 5 штук. Нашли 5 бедолаг, что ли? Целевой аудитории, я думаю, наоборот, интересны товары за серебро. Если там что-то будет интересненькое, какие-то хорошие прям танки, то я думаю, их разгребут очень быстро. Некоторые даже разбирают самые-самые слабенькие прям танки, просто потом, чтобы сдать их в трейдине. Что нас будет ждать, я не знаю. Буду держать вас в курсе. Будем вместе смотреть, разбираться, стоит ли брать эти товары каждый день или нет. Поэтому подписывайтесь, если не подписаны. Если какой-то товар будет старый, то я сразу скажу, стоит его брать или нет. Поскольку все прем-танки у меня есть, да и высокоуровневые танки поиграл я все. Поскольку у меня все ветки прокачаны, и даже тех танков, которых нет, я на пресс-аккаунте покатал. Единственное, что я не катал, это тестерские какие-то новые танки, которые еще нигде никуда не вышли. Вот только с ними могут возникнуть проблемы, чтобы понять, стоящие они или нет, поскольку я на них не играл. Что за последнее время нам показывали? ИСУ-152 Зверобой, советская ПТ-8 с огромной альфой. СУ-122 1956, советская ПТ-9. Объект 252, советский тяж 9 уровня. Vickers Mark III, британская СТ-8. Это прямо из последнего, что нам показывали, которое более-менее похоже уже на готовое. Обычно в таких картинках уже готовых показывают что-то, что скоро у нас появится. Ну, конечно, есть еще очень много танков, которые тестировали и могут их добавить. Ну и, конечно же, куда без старых танчиков. Без них никуда. Будем смотреть, ждать, разбираться. С вами был Варчик, играть красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.